Всем добрейшего днища, дорогие друзья, вы на канале Playday, это прохождение Grounded, это 12-я серия. И серия начинается с того, что мы, наверное, должны умереть. Да, сдаться. Да. Сдаемся. Хотя мы, конечно же, никогда не сдаемся, но тем не менее. Так, Пит улетает в жучиный рай. Отлично, оборудование повреждено. Замечательно. Сейчас давайте я улучшу свой топорик обязательно, потому что он мне очень нужен целым. Давайте сейчас еще обязательно что сделаем? Клей для починки. Так, так, так. Кусок черного жука. Быка. Нифига себе. Что вы хотите? Клей для починки. Давайте так. Часть клопа, часть божьей коровки, жук-бомбардир пригодится, часть паука. Замечательно. Поставили замешиваться. Веревка из пуха. Вперед. Веревка грубая. Тоже вперед. И грибная, кажется. Замечательно. Дела всем раздали, так скажем. Теперь надо и поспать будет сейчас. Проверю, что там у нас в печке. Супер. Цемент из пепла. Угольная зола, грибный кирпич. Так. Икла чертополоха. Слушайте, но мы в ближайшие серии, да, наверное, сходим все-таки к матери-паучихе безумной. И ее это самое. Так. Острая крупинка. Давайте. Ой, нет, давайте это куда-нибудь в отдельное место складывать, где поменьше всего ресурсов, там предмет всяких. Так, а что у нас, значит, сегодня в серии? Сегодня в серии нам категорически важно убить жука-быка. Обязательно. Прям крайне обязательно убить жука-быка. Давайте сейчас ляжем спать. Более того, у нас есть новые стрелы. Насколько я помню, у него вроде как восприимчивость к ним, но... Ну да ничего. Так. Сейчас это дело соберем все. Тут еще пусть... Кажется, угольная зола. О, не-не-не, друзья, я пока к такому не готов. К таким растратам. Так, нет, все хорошо. Так, убираем. Обратно забираем пушинку, блин, как мне уже это надоело. Так, давайте я вот сюда вот переложу, чтобы она не терялась у меня регулярно. Что у нас в инвентаре? У нас все нормально. А броню бы починить, потому что клея у меня... Не так много, я его сейчас возьму, починю себе броню. Всю. Ага, и... Чё, надо заботиться уже о оружии более высокого уровня. Я напомню, мы хотим сделать... Хм, ржавое копье. Интересно, заманчиво, но... Блин, но ржавчину я не добуду сейчас. Ключевой макуит. Мне вот только сосновой шишки не хватает. Всего лишь одного кусочка, черт возьми. Но для него мне нужен молот из жука-быка. Давайте сейчас, пока у меня еще не пропали мои бафы, я сделаю следующее. Я, наверное, перемещусь туда. Так, надо здесь съесть грибов. Взять. Это у нас что? Это у нас пушистый камень. Блин, полезная штука. Давайте наоборот. Я вот этот один возьму. А здесь у нас что? Что? Так, жесткая мякоть нам тоже будет очень-очень нужна. Вот. Извиняюсь. А, так, что касаемо еще чего? Что я хотел взять? Так, стрелы у меня есть и такие, и сякие. Это есть. Смузи. Обязательно. Обязательно смузи, но для смузи мы будем использовать опять предметы такие простенькие. Росток просто. Ну давай,
стало, смотрите-ка. Так, листья клевера, понятно, это все хорошо. Ну, конечно, куда практичнее было бы, наверное, сделать сейчас, ну не сейчас, а вообще, в принципе, переработать их на растительное волокно, потому что там с каждого листочка клевера сколько у нас растительного волокна? По 2 штуки. Вот. Давайте мы это дело вот так вот организуем примерно. Так, про пушинку не забываем и про пушистый камень. Кисадилья из муравья, муравлет. Так, муравлет, конечно, приятно, но шерстка клеща, вяленая тля. Ладно. Так, что мы делаем? Грубая веревка. Понятно, делаем смузи. Делаем смузи. Для этого нам нужно взять сейчас все-таки листья клевера, конечно же. А нам нужно взять что? Пушинку. Пушинку взять. Вот у нас еда здесь есть. Пушинку мы забираем себе. И делаем смузи. Делаем смузи. Так. Так. Ну, давай. Смузи, смузи, производство. Так, мы увеличили, более того, количество предметов, которые у нас могут быть в стаке. А я еще не делал сортировки после этого. Так, так, отлично, сортируем, а и здесь сортируем, все, супер здорово, у нас, кажется, где кажется, вот здесь у нас грибная кажется, так, это все понятно, расходуемые предметы надо бы тоже будет потом заботиться о них и увеличить, ну и да, в конце будет уже увеличено количество стрел максимальное. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы идем на верхний двор. Так, пока у нас это дело все не попортилось. Сколько у нас? Ой, да, это можно сразу съесть, в принципе. Так, фляжка у меня насколько заполнена, я не знаю, надо сейчас проверить. Фляжка у меня 8. Она у меня пустая была. Так, это мы просто выпьем. Все, замечательно. Так, мы сохранились там в постели. Теперь идем наверх и добываем жесткую мякоть, туловище жука-быка и все остальное. Блин, как же здесь красиво это все выглядит. Прямо-таки глаз радуется, я бы сказал. Конечно, там есть еще жук-бык, можно попробовать и туда сгонять. И, конечно, натравить его на черную вдову было бы очень хорошим ходом, но один из них все-таки победит, и как бы со вторым придется уже драться самому. И вот я и думаю, надо ли мне оно. Что ж, ну... Нет, я пока не готов к такому, я думаю. Мне нужен молот, мне нужно оружие, кстати говоря, 3-го уровня, поэтому я определенно сейчас к такому не готов. Так. Будем искать жука-быка. Он обитает там, недалеко, возле мокрицы. Ну что такое? Что застрял-то, блин? Ага, отлично. А у меня хохолок почему не выбран? Все, теперь выбран. У меня прикол вот пора вот этот вот. Так, можно позбивать вот этих засранок. Так. Если вдруг кто не знает, то анимация стрельбы также сбивается правой кнопкой. Тут на всякий случай надо упомянуть обязательно. Вдруг кто еще не в курсе.
Кожиц куколки мне надо прилично, поэтому по возможности собираем всех, которых видим. Так. Вот. Слушайте, ну, вроде не упустил, но обычно с них выпадает по две примерно. Так, вот эта подружка, конечно, жирная на предметы по типу. Жесткой мякоти. Ой. Вот она у меня сейчас. Всю стамину-то и сожрет. Мне подсказывает, что она мне все-таки не по зубам. Блин, ну так-то в принципе она не сильно много отжирает. Я не успел применить хилку. Блин, да что ж ты такая противная, а? Успел. Да, это определенно сложный бой. Нет, давайте вы друг с другом подеретесь. Отвали. Вот сучка такая. Так, а где мне легче-то? Быстрее будет. Ладно. Слушайте, я определенно просто не готов к таким дракам. Я, конечно, сглупил, что не попробовал побить ее топором. Сейчас, конечно же, я делать этого не буду. Мне бы вот какое-нибудь глупое насекомое, которое можно... помочь ему где-нибудь застрять и избить его. Ну, все же это тоже такое сомнительное мероприятие. Так, вперед, ладно, у меня есть еще мой дурацкий вот этот ножик. Надо забрать... Слушайте, в теории, конечно, можно было бы заманить божью коровку. Божью коровку. В место, где мы забирали зубы. Но это все тоже сомнительная история на самом деле. Потому что она может потерять ко мне интерес и убежать. Я видел, что там кварцит есть. Вы тоже его не проморгайте. Ой, там жук-бык. Слушайте, ну, была не была, давайте, наверное, все-таки попробуем. Надо же хоть
контентик какой-нибудь. К ему на помощь могут прийти муравьи. Вот это неприятно будет. А где он там гуляет-то? Ой-ой-ой, нет, туда я прям вообще не хочу идти. Это мокрица. А, это тоже мокрица. Слушайте, я перепутал, что ли? Мне сбоку показалось, что там жук бы гулял. Давайте. Это тут такие ребята серьезные. Да, здесь нужен молоток. Вот жук-бык. Слушайте, мне кажется, или он не может. Вот это он, конечно, да, может. Ну, я плюс-минус отбил, нормально. Ты зачем так сделал? Очень нельзя умирать сейчас. Блин, нет, 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 не сейчас, не сегодня. Срочно пить. Стрелы кончились. Что такое? Слушайте, ну, в теории, конечно, у меня есть. Шанс его убить. Вау, вот это подарок судьбы настоящий. Жесть. Я думал, я труп. Муравей этот гребаный, он сначала очень не вовремя пришел, а потом как вовремя пришел. И что, всего одна часть этого сраного быка? Давай-ка ты это мне здоровье тут не будешь отнимать. Единственное, что радует в такие моменты, что они не убегают, как их меньшие собратья. Так. В чем дело? Так,
Где же все? Все собрал. Вроде бы да. Слушайте, ну 12 куколок неплохо. Так-то. Всего лишь одна, конечно, часть муравья. О, вернее, жука этого. Это вот вообще не прикольно. Так, стрелы собрать надо все. Жесткая мякоть. Мне потребуется просто вот дохренище. Конечно, неплохой вариант это божья коровка. Но еще неплохой вариант это клонировать. А, части жука-быка. Да. Ты вот там вообще не вовремя, товарищ. Видите, что эта балбеска делает? Она очень надеется сбить меня. Но мы пользуемся багом каким-то. Честно говоря, я сам не знаю, каким. Ты-то там что стоишь, товарищ муравей? Остались только мы с тобой вдвоем. Блин, я не успел. Чуть-чуть совсем. Очень обидно. Так, собираем все подряд, потому что где-то здесь мои прекрасные стрелы. Я не хочу их терять все. Как минимум, потому что у меня нету этого самого полевого клеща, да. Шерстки, которая нужна для создания этих стрел. Так, вот это лоли-поли. Тоже достаточно симпатичная, но... Думаю, не сегодня, подружка. Ты чё? Вон еще один жук-бык. Нет, я не выдержу с ним драку. Бляха-муха. Ты... Ах ты, сукин сын! Вы видели, вы видели? Он просто баги юзает какие-то непонятные. Я же стоял, типа, закрытый, там, защищенный со всех сторон. А он, нет, вы видели? Подонок, блин, рогатый. Радует, наверное, и успокаивает немножко только то, что в жизни он ест говно. Но настоящий жук, его зовут не бык, а жук говноед. Ну, типа, каловый жук, жуковый. Какое-то у них название было. В общем, есть на видео на канале, я там все рассказывал, подробненько разъяснял, объяснял. В общем, вы знаете, где искать. Так, что значит у нас тут из приятного? Мало что в этой части. Поэтому нам нужно забрать свой лут, забрать этого жука-быка вонючего.
Потому что мне нужен молоток. Очень. Мне нужен молоток. Я его заберу. Потом я приду домой. Потом я сделаю себе клещевой макуауитль. И уже будет чуточку проще жить. Хорошо, хоть жесткой мякоти нашел. Плюс-минус. Так вот, ну совсем вот чуть-чуть. Все же. Все же приятно. Так. Значит, сейчас возвращаемся на базу. Делаем. А, вернее, мы идем к бургу. Мне надо сколько там? 4, по-моему. Рука быка, туловище. Где молоток? Даже 5. 2 у меня есть, по сути. Кожицу куколки надо сделать еще одну. Анамакуаитль мне надо сколько кожиц? А, кожиц не надо. Мне нужна гребаная сосновая шишка. Точно, точно, точно. Это я помню. Супер. Собственно, как только мы сделаем себе клещевой макуаитль, мы пойдем к сараю. И начнем потихонечку добывать ногти. В сарае, на пеньке. Еще где-то я видел. Блин, я к бургу уже хотел. Так, ладно, сложу сейчас вот это добро. Кусок жука-быка я заберу. Личинок. Да, надо сделать сразу кожицу куколки, чтобы посмотреть, сколько у меня их. Кажется, А, ее же сушить надо! Вот я дурак! Вот же, блин! Вот это я забыл, конечно. Вот это я забыл, конечно. Один к одному делается же спокойно. А я пятерку влупил просто. Просто целую, блин, пятерку этих хреновин. Непонятно на что. Это же вообще ужас. Так, еще троечка. Так, отлично. Еще одну я не поставлю, наверное, да? Да, жука-бомбардира не хватает. Так, можно, конечно, пойти... Ну ладно, нет, нельзя. Да, да, хватит мне здоровья и всего остального. Да иди в жопу, мышок. Не надо за мной бегать. Ты вообще, что ли, оборзевший? Обычные копья тебе уже все пофигу. Ага, схавал, да? Замечательно. Так, только вот этих полудурков, конечно, газовых, мне бы кислотных, вернее. Да вы что? Отлично, что они знают. Я очень за них рад. Мне нужны ресурсы. Хорошие пауки-ткачи в это время спят. Все правильно. Так. Мы сейчас поступим чуть-чуть по-хитрому. И пойдем к жукам-говнюкам. А жуки тоже спят. Вообще здорово. Вы друг друга поплюетесь там. Ага, один есть. У меня там булава куда-то улетела моя. Thank you.
А ты гад какой, а? Броню мне решил коцнуть. Ну давай. Что ты на это скажешь, придурок, блин? Так, вот теперь, конечно, задачка. Хотя я же могу там обойти. В принципе, здесь комары эти гребаные не летают сейчас. Спят, как самые правильные комары. Еще грибочков себе нарублю. Видите, как здорово. Еще много кусков большого гриба. Ж 21 штука. Ну все, я сейчас замок себе сделаю из этих кирпичей грибных. Так. Лю я тоже убил. Так, все хорошо пока что. Плюс-минус. Еще лепесточек соберу. У меня их вроде не так много было. Так. Там хрюкает у меня. Это хрюкал долгоносик. Во, вообще красота. Тут еще все сушится замечательно. Пьем водичку, складываем. Так, у меня что? У меня вот это не исследовано, да? Грибы, божья коровка. Жука я оставляю одну часть. Мне нужно... Ой, блин, а мне же вяленая эта тля нужна. Так. Все взять и делаем... А в смысле, а почему нет? А почему бы и нет? Почему бы не сделать? У меня грибную кашицу-то. Вот. Хорошо, пусть хотя бы так. Растительное волокно. Так, нет, пожалуй, пока что. Вот это мы... Нет, мы пойдем же к Бургу. Сейчас мы исследуем это и... Вот это. И вот это, и вот это. И что еще? Все, хватит. Так. Так. Я... А, пушинка. А где она? Она что, сломалась? Или я ее потерял? Нету. О, грибные кирпичи нужны. Видел кушинку. Так, забираем. Вот это забираем, вот это забираем. И... Что еще? Вот это. Так. Там уже на месте выберем, пожалуй. Поехали. Да-да-да. Взять, взял, применить, забыл. Так, нужны еще... Вот эти подружки. Еще одна где-то ползала, по-моему. Так. Отлично. Пришли. Сейчас надо проанализировать что-то важное. Так. Кожицу надо. Новых нет. А веревка из пуха надо. Новых нет. Понятно, понятно. И грибные кирпичи, конечно. Вот, грибная стена. Замечательно. Сейчас идем использовать копирку. А, так. Два есть. Мне нужны... Ух, 700 аж целых. Блин, так-то прилично, слушайте. Да. Так. Ой.
Ну, наверное. Наверное, еще один, да. Вот мы и обеднели на крупицы знаний. Но зато сейчас у нас появится и молоток, и оружие третьего уровня. Вот это уже замечательно. Ну как, не прямо сейчас. Мне еще надо будет сгонять за этой самой. Вот ученый, что надо лазить, смотрите. Сгонять за этой шишкой, блин. И, кстати говоря, я сейчас смогу еще сделать себе домик для питомца. У меня же есть грибные кирпичи, только для него, по-моему, нужно воронье перо, казалось бы, да? Так, что? Домик для питомца. Да, воронье перо нужно. Ну что сделать? Добудем рано или поздно. И скорлупа желтая еще. Отлично. Так, все, делаем молоток себе, наконец-таки. Наконец-таки. Стоп. А, все, извиняюсь. Сейчас поспим, у нас как раз вся кожица доделается. Вот. Вообще другое дело. Так, отлично. Тут у нас что еще не хватало? Кипящая железа, понятно. Тут забираем, тут нет, тут забираем, забираем, и все, делаем молот, замечательно. Сок сосновой шишки, молот из черного жука-быка, его нужно сразу же прокачать, хотя бы так, чтобы его правильно использовать. Теперь мы сбрасываем все. Вот это сбрасываем, вот это, вот это, вот это. Так, это тоже мне пока нет необходимости таскать. Вешаем сюда тлю. У меня обычные грибы, по-моему, ей остались же чуть-чуть, или я всех спустил на... Возьмем, сейчас съем. Надо сделать смузи, пожалуй. А я возьму для этого пушинки раздолбанные. Вот эти пушинки. Возьмем с собой еще что, листы клевера, наверное. Должно хватить. Да, однозначно хватит. Так, так. Лист клевера. Супер. Новая капуста уже растет. Так, это сбросили. Крошки печенья сэндвича не сбросили. Попить, попить, поесть. Лучше, чем голод. Я тоже так думаю. Так, это употребить еще. И еще употребить. И еще употребить. Сытости, конечно, маловато, нечего сказать, но хотя бы что-то. Сейчас мы идем, сейчас мы ставим себе вот этот молоток, я оставляю на базе уже, все, как трофей остается, насекомый молот. И ставлю себе новый молот из жука-быка. И теперь у нас открываются новые горизонты. Отлично. Вперед. Я все же раздумываю над тем, чтобы сделать себе клещевой макуаитер. Он достаточно полезен. Ятаган, конечно, классная штука, но
До него еще, конечно, по сюжету прилично, а бегать потом туда-сюда много раз я не очень бы хотел, так скажем. Вот, а еще у меня с собой нету чего. Правильно, ничего. У меня нет с собой бинтов. Вот это оплошность. Маху дал. Так. Так, я тут больше, по-моему, не видел шишек прям рядом. Поэтому пойдем все же к той. Ее же еще несколько раз надо подолбить, чтобы она рассыпалась на ингредиенты. Вон, боже, коровка гуляет. Вот это уже неприятно. Я очень надеюсь, что никто из этих говнюков на меня не сагрится. Ой. Я тебе не нужен, друг. Абсолютно не нужен. Че, можно еще кислую кротовину забрать, пока мы здесь? Не укатываемся никуда. И надолбить себе сразу можно этих самых. Как же их зовут? Этих кварц, мрамор. Кварцит, вернее. Я за тобой еще вернусь, сучка. И чё? И чё? Смотри, какой хитрый он. Сразу убегать. Нет уж, дружочек. Ты свою смерть здесь сыщешь. Так, тут что у нас? Здесь у нас есть что подолбить. Конечно, можно было бы сразу взять себе и ногти задолбать там. В другой трубе, которая тут недалеко находится. Что у нас? В принципе, в инвентаре места хватает. Давайте, наверное, мы это сделаем. Почему бы и нет? Чтобы потом возвращаться туда уже, когда он отреспаунится. Да что ты? Кляча, а? О. Я же сюда их и накидал. Забавно. Так. Вперед. Тут сейчас еще можно кислый ком добыть. Так, со стаминой что-то нужно делать, конечно. Так. И вот это. Ать, застрял чуть-чуть. Друг. Что тут? А, все, понятно. Так, пройдемте теперь. Можно, в принципе, и тут, где банка была, забрать. Там же, по-моему, тоже что-то было. Хотя, нет. Нет, там ничего не было. Здесь есть труба, и в ней находится ноготь. А еще здесь есть полевая станция. Отлично. Что мы делаем? Исследуем шишку и кислые штуки. Большой сундук. Это то, что мне нужно. Замечательно и отлично. Так, солдатики тут. Я что, там еще шишку увидел? Нет, не показалось. В той стороне. А, это ясно, это человей. Так, вспомнить бы, где эта труба находится. Еще. Что-то тут вот не очень безопасное место, надо бы отсюда драпать.
Но это мы возле шины. По-моему, он все же там находится. В той стороне. Конечно, можно было бы и забрать на полене том. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой-то страшный жук. Пожалуйста, не ешь меня. Исследователь природы. Здорово. Исследователь природы также открывается после того, как вы много всякого там обнаружите. К примеру, там банки с кока-колой. Ну, с кока-колой, с газировкой. Сок там и прочее-прочее. После этого откроется такая мутация. Она, по-моему, выносливости дает, что ли. Блин, да где это место? Я же, по-моему, дальше чуть-чуть. Я мимо нее пройти не мог, мне кажется. Хотя все возможно. Так, вот я уже возле Явоматика. Ну, вероятно, все-таки я ее прошел. Хотя обычно я достаточно, ну, относительно хорошо ориентируюсь в Гравундиде. Может, конечно, она ближе к краю. Ай ты, сученыш мелкий, ну-ка стоять. Блин. И не выкопаешь его. Вот козел маленький. Как так можно? Я так надеялся его убить, потому что он, сученыш, такой редкий. Просто жесть. За ним охотиться — это целое дело. Там он лярвы эти лазит. Да, все-таки трубу я профукал. Где-то я мимо нее прошел. Но в любом случае мы сейчас сходим доверху. Наверное, раз уж такая песня пошла. Сходим доверху и наберем себе ногти. К примеру. Сейчас главное на местных не нарваться. И все будет более чем. Так. Ходим. Ну, за мной они прыгать не должны вообще, как бы. Со мной такого ни разу не было. Так. Ага. Вперед. Ржавчины, кстати, наколотим сейчас еще чуть-чуть. Вот здесь она. На перекрестии. Вот. Ой, чем колотить-то я собрался? Здесь. Вот и отлично. Здорово. Теперь направляемся наверх на стол доктора Уэндала, его любимый. Там нас ждут ногти. Изучим также рецепт Ятагана. Я не помню, честно говоря, всего, что там нужно. Но помню, что, блин, ну ногти, конечно, это очень такое запарное дело для поисков. Прям даже очень-очень, я бы сказал. Поэтому стоит, как бы, да, сразу все постараться предусмотреть по возможности и возвращаться сюда пореже. Так, там муравей-солдат. Мы вот сейчас его обойдем, пожалуй. Так, отлично. Бляха-муха, нет! Мне пушинки не хватило, вы представляете? Нет, ну это прям вот реально подстава, потому что
Сейчас мне придется еще спуститься обратно вниз, судя по всему, и уже потом опять подниматься. Да, ну, значит, здесь... ну, замечательно. В принципе, вон там трава шевелится, я думаю, по ней, если что. Ну что, эти мандалошки меня сейчас не увидали? Иди в жопу. Иди в жопу. Отвали от меня. Is Sirius too hot to me? Да, сказал человек в броне из муравьиного льва. Ну да ладно. Он, наверное, забыл, что он в ней. Так. Как тут пройти? Тихо. Смотри-ка на него. Поехал уже, блин, ё-моё. Так. Угу. В теории, конечно, я могу попробовать вот так. И теория оказалась плохонькой. Давайте. Ать, сучки такие. Да иди в жопу. Ты чё, залезла, что ли? Тут паук. Ёпарсеты. Вот это я встрял, конечно. Кто бы мог подумать. Они там между собой гасятся пока что. Фух. Да. Игра для детей, вероятно. Мне кажется, угол неподходящий, чтобы туда залазить. О, а если сюда? Блин. Ну, такое себе. Мне кажется, сюда целая пушинка уйдет. Так, давайте новенькую возьмем. Не, я точно не долечу. Большой паук дерется. Чего? Ты его убила? Охренеть. Это, судя по всему, одна засранка грохнула паука, большого паука. Ё-моё. Слушайте, я их недооценивал. Так, ну вот, очень похоже на мой, блядь, путь наверх. Сука! Залезь туда, пожалуйста, друг. Ё-моё. Я уж, честно говоря, думал, что все будет куда хуже. Но вот у меня смузи маловато. Это важно заметить. Надо будет пушинку заюзать раньше, чем я это сделал в предыдущую попытку. Я, конечно, крайне не люблю всякие паркуры в играх, но обычно на этот стул я... Ах ты! Жопа! Ну нет, 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 нет. Трындец, я уж, честно говоря, подумал, что мне все, каюк.
Блин, так-то прилично занимает она, да. Так, здесь у нас вкусные какие-то осколки, насколько я помню еще. А, блин, я случайно нажал. Он еще голодный. Вот они, леденцы. У меня с собой что-то было, по-моему, пожрать. Если мне память не изменяет, конечно. Вот сейчас леденцы эти поедим, судя по всему. Как же они долго разбиваются вообще-то. Кусок леденца. Так. О! Отлично, хоть немножко подкрепились. Да блин. Что там по мутациям? У меня же какой-то была. Вот, камнелом, ё-моё. Что я заменю? Четыре штуки. Мастер парирования. Мастер клинка, хорошо. Так, теперь мне нужно добыть себе ногти. Отдыхай. Супер. Снова голодный, да? Кто бы... Да блин, сомневался. А давайте, знаете, как поступим. Слушайте, а там вам случайно... Да нет, вроде не труба. А, так. У меня пока здесь квеста нету. У меня... Поэтому мы пойдем в ту сторону сейчас и попробуем все-таки надыбать себе этот самый. Еще один коготь. Ноготь. Давайте сделаем таким образом. О, замечательно. При учете того, что у меня не так много... Ну-ка, иди сюда. Это засранка. Так, я, может быть, сейчас сразу изучу в лаборатории. Вот, уже лучше. Гораздо. Сразу изучу здесь, в лаборатории, наверное. Ой, так тут, блин, вот я зря, конечно, съел все-таки эти кусочки. Хотя с них, по-моему, только рецепты. Собрали, собрали. И что мы тут делаем? Ха-ха, лошок. А чё это? Блин, да что у меня лишнего здесь? Нафиг. Вот это? Вот это? Голова, стрела. Вот это собрать все обязательно. Вот это... Это сгнившая еда. Ну ладно, господи. Сейчас мы все исследуем. Все исследуем. И будем большими молодцами. Так. Ногти. Только ногти исследуем, хорошо. Вот, замечательно. У меня еще и новый уровень открылся знаний. Поумнел наш... Друг. Так, давайте проверим. На итаган из ногтя нужно 10 ногтей, 3 веревки из пуха, кожи куколки,
Короче, мне не хватает 6 ногтей. Рапира тигрового комара. Нет, не надо. Ключевой макуалитель. Понятно. Короче, мне пока что, если я не найду крупицы знаний, дофига и еще хотя бы столько же ногтей, мне пока что не светит Итаган. Все очень просто. Поэтому мы сейчас идем к краю, плюс-минус, и будем искать, получается, трубу, в которой находится ноготь. Ну, по карте я не знаю, вспомню, нет. Может быть, где-то в этом районе. Плюс-минус. Не знаю, пойдем смотреть. В любом случае. Да, давай нападай там. Побить, убить. Вся вот эта ваша муравьиная херня. Обязательно. Мне нужна пластиковая труба. Труба, блин, в которой можно найти ноготь. Так, вот здесь я проходил, это я помню. Давайте сейчас пойдем немножко вот ближе к краю, в обратном направлении, в любом случае нам нужно. О! Там у нас что-то интересное тоже происходит. Блин, блин, нет, 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 нет! Сучка такая, я же вот-вот мимо просто шел. В чем проблема-то? Обыкновенный гражданин. Четверочку. По-моему, отсюда должно быть видно эту трубу. Вернее, с такого расстояния. Сейчас мы проверим. Туман еще такой. Атмосферненько, конечно, очень красиво, но, сука, не видно ничего. Слушайте, вон она, по-моему, в той стороне. А может и нет. Может быть, мне просто показалось. Такое же тоже может быть. Так, ладно. О, вон она. Ё-моё, ё-моё. А еще тут жук-бык гуляет. Ну, здорово. Давайте мы аккуратненько сейчас вот поверху тут пропрыгаем. Заберем вон ноготь уже, ждет, лежит. Так, там, боже, коровка. Отлично, замечательно. Так, ну туда мы пока не полезем, у нас взрывчатки нет. Но местечко не из самых приятных. Я вам скажу. Нет, туда не хочу пока, честно сказать. Давайте лучше мы в другой серии как-нибудь это место изучим. Ой-ой-ой-ой-ой. А, блин, у меня же инвентарь забит. Гнилая еда. Наконец-то ты так вовремя. Хавай все. Хавай, хавай еще. А что там тебе не хватает? Водички? Попить? Так. О. Все здорово, замечательно. Надо это запомнить место.
в трубе. Я сюда еще буду возвращаться за заспавнившимися заново ногтями. Так, ну я не знаю даже, идем мы с вами на пень. Вернее, не на пень, а на полено, на котором еще есть один ноготь. Сколько мне сейчас? 4, 5. Вот шестое подберем. Ну, они стоят, по-моему, по косарю вообще, блин, каждый. Это прям вообще такое себе удовольствие, конечно, тратить крупицы знаний. Так вот. Не здорово. Сколько у них вообще? У меня всего... А, ну у меня 4000 уже их. А зачем мне дали? Я что-то не помню. Так, факел, наверное, можно убрать. Так, все, идем поверху чуть-чуть, потому что это местечко кишит опасностями. Ну, отлично, конечно, поверху идем. Ладно, нахрен. Короче, пойду так. Так, сюда. Сюда. Вон наш трухлявое полено. Убери. Ах-ха-ха, у меня не хватает места в инвентаре, чтобы убрать факел. Когда ж такое было-то? Последний раз. Так. Вот сейчас главное не упасть. Видимо, не получится без этого. Ладно. А сейчас главное снова не упасть куда-нибудь в место понеприятней. Пока я тут в темноте брожу по верхнему двору без своего наипрекраснейшего Итагана. Так, ну мы, в принципе, добежали. Теперь аккуратненько сейчас. Сколько там? Ну, нет, на все не хватит забрать место. Вперед. Приключением, так сказать. Так, ну тут клещи, конечно же, как всегда. Тихо-тихо-тихо-тихо, ребята. Все, я ухожу наверх туда. Мне туда дорога. Можно, конечно, еще попробовать будет допрыгать к мотыльку местному. И у него еще зуб. Золотой. Вроде бы как. Но вот я не помню, этот говнюк спит ночью или нет. Еще у меня пушинки совсем нету. Вот прям совершенно нет пушинки. Мотылька я убивать не хочу, да я, скорее всего, и не смогу в данный момент. Просто забрать, думаю, пробовать у него зуб. Так, вот сюда. Ну да, вот слышно, он там что-то пиликает. Маленький поганец. Так. Как тут пропрыгнуть-то дальше? В темноте вообще нифига не видно. Это что? Ну, это похоже было на кусок кварцита, честно сказать. Вон кто-то турбоагрессивный, да? Огненный муравей. Вот, здесь надо проходить, я вспомнил это место. Мы здесь уже были.
Давайте, так, туда. Права на ошибку у меня нету, если что. Там что, пушинка осталась одна, ну, в смысле, одно нажатие клавиш. Буквально. Чтобы сделать урон при падении просто немного меньше. Ну, так, дружище, давай не подводи меня. Я помню, как я тут пропрыгивал. Вот, отлично. А вот туда надо. Спит, спит. Ну, слушайте, неплохо так-то. Дом там. Идти к нему, конечно, ё-моё. Опасно. Блин, ну что сделаешь? Ладно. Давайте где возродимся? Полевая станция здесь рядом. По-моему, ее не... А, на пеньке она. От пенька бежать или... Так, где мой труп? Вон там. Спокойно, друзья, я просто мимо иду. Блин, у меня же он, поди, упал тоже вниз. Надеюсь очень, что мой рюкзачок упал вниз. Да, фу. Пришлось бы сейчас лезть на самый верх. Я бы не пережил такого. Так, факел сдох, отлично. Раз люблю темноту. Так. Ну, мы уже в принципе неплохо так развились ресурсами. А почему? А, ну да, я же здесь появился. Замечательно просто. Водички пивнуть. Так. Вот, супер. Просто замечательно. Отлично. Хорошо все идет. Пока что, по крайней мере, мне все нравится. Так. Сколько у меня в итоге? У меня аж 6. Аж целых 6 ногтей. Я, в принципе, могу сейчас взять то, что у меня еще не доисследовано, и пойти к Бургу в лабораторию, чтобы это доисследовать и... добить себе немножко крупиц знаний, соответственно. Так, это что? Это берем. Ну, слушайте, за голову муравья пози побольше дадут. Давайте так сходим. Кажется, куколки надо сушить. Да, я их всех сложил опять. Блин. Или я их все развесил? Слушайте, по-моему, наверное, все-таки. Что-то я их не наблюдаю больше. А, вот, блин, нет, конечно, не всех. У меня же их столько было, много. Чё это я несу ерунду какую-то? Так. Вот. Раз всех и досушим. Замечательно. Так. Бургу. Я забыл. Снова про пушинку. Блин, какие терпеть не могу просто эту пушинку. Эти вот все штуки про падение.
а брать целую мутацию, чтобы немножечко уменьшить урон от падения. Но это дорогое удовольствие. Все-таки. Так. И помнится мне, что у меня еще есть зуб золотой дополнительно я находил. Так, вот это изучаем. Шлем, наверное, из огненного муравья. А, это рыжий муравей? В смысле? Огненный муравей. Дубина огненного муравья. Неплохо. Так. Че, ну давайте вот это. Грибная кашица, конечно же. У меня их достаточно много, поэтому я думаю, все-таки куда разумнее будет их изучить, чтобы... Это самое. Объем пачки стрел. А нет, 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 однозначно нет. Максимальное число мутаций. Еще рано. Так, посмотрим, в какую... Хватит базар свой разводить тут, говнюк. 900. Мне как раз хватит только на них. Блин, это очень большая потеря для всего мира, черт возьми. Так. Что мы можем сделать с этим? Миксер какой-нибудь защитить пойти? Не знаю даже. А какой? Живой изгороди, может? Блин. Засада, а? Ладно, с другой стороны у меня будет Итага. О, кстати, уже светает. Мне нужен был, помню, желудь. Всех сразу наколотим. Так. Слушайте, ну, в принципе, если я сейчас сделаю желудь, то я могу устроить геноцид пауков. О, сделаю желудь, сделаю ятаган себе. Сюда куда-нибудь надо какую-нибудь площадочку поставить, чтобы я мог на нее перепрыгивать. Это постоянно пробегать уже надоело. Скорлупа желуди, точно. Вот сюда мне нужна была еще перо. Перо, перо, перо. Так. Делаем ятаган. А, понятно. Етага. А, понятно. Кожа куколки. То есть не... Стоп, стоп. Стоп, 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 стоп. Нет, 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 нет. Это кожица. А мне нужна сама куколка, что ли? А на кой хер вообще? Я не вижу нигде здесь ее. Блин, жесть. Ясно. Делаем тогда пока что пищевой макуаитль. Так. Давайте я его поставлю на вот сюда. А меч вот этот комариный я оставляю в зале славы. Надо, кстати, будет сделать потом под них рамочки, наверное, прикольные. Так, тут что у нас? Кипящая железа, понятно. Тут у нас могучая крупинка. Понятно, могучий... Нет, ничего нельзя. Ладно. Так. Что я могу сказать? Мне надо починить вот это свое барахлишко, потому что уже как бы, ну, подострепалось. У меня теперь есть клещевой маковитель. И что это значит? Я бы хотел еще, наверное, себе щит. Щит, 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 щит. А где щит? Так. Щит у нас здесь. Так, 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 так. Щит огненного муравья. Зато вот его, ё-моё, я могу сделать. Отлично. Замечательно просто. Факел вечного уголя. Зеленый щитник. Ну что ж ты будешь делать? Зеленый щитник живет там, за мешком с удобрениями. Это я помню точно. А здесь у нас еще процесс продолжается, поэтому давайте попробуем все-таки
это самое, сделать себе, вернее, сделать не себе, устроить тут геноцид этих самых пауков. Чисто вот ради интереса. Ногти всякие ценные, хреновины эти я обязательно скидываю, потому что, ну, не нужно оно мне там. Я скидываю арбалет. Так, я его не сюда скидываю, ясно. Вот так вот. Сортируем. Сортируем. Все сортируем обязательно, чтобы у нас был хотя бы какой-то плюс-минус порядок. Так, все, есть. Пушинки нет. Пушинка, пушинка. О! Супер, супер. Взяли пушинку. Ну все, вперед. Терроризировать муравьев. Ой, муравьев этих, пауков, господи, что-то я несу. Давайте попробуем. Чисто ради интереса. Слушай, я, кажется, не совсем готов к такому все-таки. Вот твари, блин, ну ё-моё, ну как же так? Ну что такое? Чуть-чуть совсем оставалось. Я аж, блин, столько смузи потратил на радостях. Ага. Что, у меня тут еще эта штука применена. Мечник или кто там? Да. Рубитель. Так. Митридай. У него очень маленькое сопротивление, поэтому, пожалуй, я не буду этим пользоваться. Очень маленькое сопротивление к яду, в смысле. Сейчас эти говноеды, наверное, там отхилились уже полностью. И все. И снова очень супер-пупер опасные. Ну да, конечно же. Кто бы вообще сомневался? Броню мне похавали. Значит, и спят. Молодцы, ребята. Молодцы. Вообще нечего сказать. Спасибо. Благодарю вас. Так. Я что делаю дальше? Дальше я пойду куда? Я, наверное... Да что такое? Что-то мне надо сделать было. Пойти найти воронье перо. Тоже надо, потому что... Потому что что? Правильно. Потому что у меня питомец... Ну, отсутствует. Вот, а мне он нужен. Мне нужно воронье перо. Воронье перо у нас можно найти там, в... Как ее зовут-то? В живой изгороди. Из этого кренделя, я надеюсь, мимо обойду просто легко. Так, шерстка клеща нужна. Конечно, нужна. Вот в этом плане хороший ятаган, то что он... позволяет отравлять еще противника хорошенько. И маска матери-паучихи тоже дает отличный баф на отравление. Поэтому обычно я ее использую. Точнее сказать, поэтому обычно я ее и использую. Вот. Но мы пока мать-паучиху не убили, поэтому... Муравлят себе сделаю, наверное. Так. Глина. Мне нужно перо. Перо, 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 перо. Перья можно реально найти чаще всего вот там. Либо на воде, либо не так далеко от
прибора, который мы видели в самом, да блин, начале игры, который нас должен увеличивать. Вот. Да что ты будешь делать? А, который... Угу, давай. Который нас должен увеличить будет. А, вот. И там тоже периодически падают перья, потому что ворона сидит на стойке вот этой с лазером. Так. Ага, ага. Ага. Ты спишь, да? Ну только гляньте, какой маквитель прекрасный. Это во-первых. А во-вторых, у меня сейчас еще и будет доступна вторая печка. Так, ну сейчас я уже плюс-минус могу более-менее смело ходить по нижнему двору, за исключением того момента, что... Слушайте, здесь же, по-моему, еще скелет какой-то лежал. Брелок. А, вот он, ёмко. Тут у нас что? Восстановление здоровья при парировании. Прикольно, прикольно. Угу. Взять все. Взяли все. Так, сейчас поднимемся вон туда. Наберем еще. Возьмем еще вот ягоду. Тоже понадобится. Так, еще можно будет, в принципе, набрать себе, сходить паутинного волокна. Походить, полупасить здесь эти коконы. Паучины, паучи. Ну вот, ага, фигушки тебе. Что-нибудь можно изучить? Ой, 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 анализатор. А ничего нельзя, ладно, хорошо, как скажете. Так. Так, 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 туда пойдем. Тихо, 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 сучка такая. Ну как же так? Блин, ну вот вообще неприятно, а отвратительно просто получается. Вот это вот все. Ненавижу паркур, высотки какие-то в играх, блин. Вот именно вот так вот там. Ладно, какой-нибудь Assassin's Creed, Человек-паук, не знаю. Ну или какой-то Assassin's Creed, какой-то Человек-паук. Вот вообще не рядом не стояли. Кстати, ну и резв первого уровня насобираю неплохо еще по пути. Вот, личинку. Ой, господи. Личинку. Капельку соснули. Так. Крупица знаний сейчас еще насобираем. С этих балбесов. Замечательно. Забираем. Больше вроде ничего такого нету. Здесь у нас сканер ресурсов. Ну, честно сказать, я им особо никогда не пользуюсь. Потому что, ну, я в принципе и так знаю, где плюс-минус можно найти те или иные ресурсы, и, ну, мне он без надобности. Более того, я скажу, что я даже когда проходил игру первый раз, я им не пользовался. Ну, вот ради интереса, я думал, это что-то действительно полезное, как бы, ну да, там можно какие-нибудь личинки, ну, не, вернее, не личинки даже, а кожицу личинки, там, кук, как ее, господи, звать, отыскать, да, то есть, но... Во-первых, они перемещаются, во-вторых, как бы это все видно только тогда, когда мы смотрим на монитор. Поэтому, ну, вызывает сомнение все-таки полезность вот этого аппарата, как бы. Сейчас паутины надо еще на этот наколотить себе. Паутины, вон коконы как раз поразбиваю.
Так, отлично. Собрались. А что ты ссыкуешь-то, малой, а? В начале игры, если бы мы встретились, вы бы меня кучканули вообще легко. Ну, теперь мы... Ах ты, мы на разных сторонах река. Во-во, да-да-да, давайте все вместе, ну. Вы что, раздражены? Смотрите-ка. Я вот вами очень был раздражен, когда проходил лабораторию живой изгороди. Кто меня слушал? Никто меня не слушал. Теперь вот, а вы, так сказать, расплачиваетесь за мои страдания. Так, мне надо туда. Здесь я сюда не заходил же точно. Батончики, тема. Так, ну-ка. Вот. Тут что полезного есть. Замечательно. А муравлет, кстати говоря. Проходим. А чем ты? А, ну блин, давай схаваю сейчас. Ты, блин, транжира. Так, ну... Хорошо, мы на верном пути. Так. Блинский, блин, ну... Меня как раз с собой не брал. Жучиный сок. Эх ты, жопа. Газовый мешочек хлопа. Вообще не лишняя штука. Так, отлично. Проходим. А, куда, куда? Туда проходим. Имею в виду здесь. Фига себе. Пауки-ткачи хотят, а по жопе они не хотят, по своей паучьей. Так. Слушайте, ну нет, я мать паучиху убить еще не готов, по-моему. Во-первых, мне для этого нужна взрывчатка. Я все же думаю... Так как я играю не на хардкоре, ну, в плане, я хочу получать удовольствие от игры какое-то. Так как я играю больше для удовольствия, я не хочу рвать задницу. Да, это может быть более зрелищно, конечно, но в игру должно быть приятно играть. Думаю, все со мной согласны. Не согласны, пишите в комментариях, конечно же. Я все читаю, все... Все-все читаю. Так. Что тут у нас? Дальше по плану, значит. Черную вдову я точно сейчас тоже не готов, наверное, убивать. Надо попробовать свои силы на жуке-быке. Ну, сдохни, сдохни. Надо еще сбить себе ягоды. Тихо-тихо-тихо, не падать. Отлично. Ну-ка, часть клопа. Отлично. Аж целых две. А, я уже снимал об этом видео. А здесь можно найти и разжиться хорошими ресурсами в самом начале игры. Так что, если кто-то будет играть и не знает об этом месте, старайтесь его не пропускать. Потому что, ну, тут на самом деле достаточно всякого полезного лута.
в паутине именно. И вы можете насекомый топор себе второго уровня, да, уже скрафтить, получается, в начале игры практически. Так, я попробую этого засранца грохнуть. Вон он там спать как раз лег. У меня есть один бинт. Сейчас еще вот эту хреновину заюзаю. Да, все, вперед. Слушайте, ну довольно-таки неплохо получается, при учете того, что, конечно, он один. Так, где макусь еще? Капелька сока. Говняки вот эти вот маленькие. Слушайте, я уже макуайдаль-то до половины прям истощил. О, мне дали мастера клинка. Я прям теперь как учитель Сплинтер, ё-моё. Угу. Замечательно. Жав шок. Спасибо, что ты есть, дружок. Так, вот это вот. Ага. Так. Конечно, ради интереса можно было бы попробовать взять и затащить миксер без строительства. Но, как я уже сказал ранее, я не хардкорщик. И напомню, что мы сюда пришли вообще за пером вороны, потому что мне нужно сделать гребаную эту самую избушку для питомца. Вот, так что давайте не будем сильно отвлекаться от курса. Так. Еще я булаву свою просрал. Так, всего одно, два, всего два. Вы чё, блин, шутите, что ли? Капец. Так, хорошо, хотя бы ягоду заберем. Ее можно вытолкнуть. А, в принципе, у меня есть. В принципе, у меня есть все для этого. Так, здесь, по-моему, еще проход есть наверх. Я бы, конечно, больше предпочел по нему идти, поверху. Так, ну да ладно. Что у нас там? Я части пауков еще себе собрал. У нас есть даже части бомбардира, части всех, короче, есть. Отлично, просто супер замечательно. Мы сейчас направляемся прямиком на базу. Нужно скинуть барахло и подумать, в принципе, дальнейший план развития какой будет. Потому что мне бы очень хотелось все-таки заиметь себе ятаган. Он помощнее будет, так скажем, попрактичней даже. Не помощнее. Так, эти ребята еще не резнулись. Зато вон резнулись те ребята. Ладно, я не очень хочу с ними драться. Да тем более у меня еще места маловато в инвентаре немножко. 40 из 40 ячеек заняты примерно. И поэтому я воздержусь в данный момент от драки. Понятно. Ну, или же нет. Спи дальше. Да чё ты, собака сутула? Всё? В смысле не хватает места?
Что мы должны выкинуть? Я думаю, что самую испорченную тлю. Нет, мы выкинем хохолок. Все, вперед. Так. Да-да-да. Да-да-да. Расскажи мне. Какой ты страшный. Вот одного паука-волка я, в принципе, один на один, мне кажется, смог бы вынести. Просто они ходят по одному только ночью. А днем они вместе спят в обнимочку, извращенцы. Хотя, конечно, кто я такой, чтобы их судить? Это же всего лишь пауки. Та а, нет. Так, вот это мы скидываем. Угу. Места нет, что ли? Это ж как же так могло произойти? Слушайте, ну когда места нет, это хорошо. Если оно забито чем-то. Безусловно. Так. Вот это дело мы забираем все сейчас. Сюда мы вешаем. Сюда мы вешаем тлю. Сколько там? Вот так сделаем. Остальное я положу на всякий случай, потому что есть рецепты в игре, которые требуют кусочек ягоды, а не ягодную кожу. Тем не менее, что, нужно нам доделать печку. Отлично. Ага. Да, все работает. Бутерброд для матери паучихи. Эх, блин, грибной кирпич. Все, конечно, очень здорово. Мне надо починить макуаитль. Так-то по-хорошему. И я сейчас еще паутинную веревку закину на создание. Веревки с пуха недостаточно. Так, что тут у нас дальше по плану было-то? Ё-моё. Я хотел проверить, какую броню можно сделать. Третий уровень. Так, шлем. Самоуверенность. Средняя броня. Угу. Вот видите, у них у всех количество защиты одинаковое. По сути. Да, грёбаная кожа куколки. То есть она тут целая нужна. Целая нужна. И вот сейчас мне что, бежать ее искать где-то, что ли, или что? Да, наверное. У меня инвентарь нормально, не забито ничего. Единственное, что у меня смузи маловато, но... Ну да ладно. И факела нет, а смеркалось уже. Ух, тяжелая неказиста, конечно. Сюрвайвалиста. Еще хотелось бы построить себе сундучок новенький. Для этого 4 сосновые шишки надо. Слушайте, в принципе, так-то это не особо-то и много. Вот вообще. Может быть, мне пойти кусок сосновой шишки добыть? Вот муравей-муравьишка. Ты вот зачем это все придумал делать? Ага, ага. А теперь мы убегаем. Все, не убежишь. Конечно, истребитель. Кто же еще? Бомбардировщик, что ли? Всем смеяться быстро. Давайте пройдем еще раз по этой пещере. Я, конечно, сомневаюсь, что достаточно времени прошло, чтобы они резнулись. Ну, мало ли. Мне надо 2. Еще мне надо разбить этот кусок превосходного кварцита. Да, ни одной штучки не висит даже.
Блин, он досада, а. Ой. Я извиняюсь. Вы тут случайно не видели куколок этих грёбаных? Ребят. Ну, ребят. Ну, ребят, ну не бейте. Я здесь не за этим. У меня важная миссия. Блин, ну я очень хочу Итаган, ну серьезно, ну пожалуйста, дайте мне. Я Таган, человеку дайте. Или вы не хотите, чтобы я вас легче и быстрее убивал? Ах ты, сучоныш, ну-ка иди сюда. Сейчас вас жук-бык съест. Блять, да отвянь ты, а. Ты же сейчас как... Сыкло последнее убежать от меня попытаешься. Выносливость, выносливость. Вот. А, классно, у меня еще копье улетело. Да, потемки, конечно. Просто жесть. В воду залезешь, говноед. Ага. Прикольно получилось, конечно. Мокрица, мокрица, блин, убей муравья, пожалуйста, спаси меня. Блин, куколки, куколки. Гадские. Где вас найти? Ё-моё. Это чё, это смола? Ух. Они иной раз и просто так на земле валяются. А я вот сейчас думаю, неужели мне придется бежать аж до самой вон пещеры к сараю, чтобы найти двух сраных куколок, личинок, кем бы они ни были. Да-да-да, давайте вдвоем. На одного, это же так, по-вашему, по-жуковски, по-жучьи, как правильно, не знаю, характеристики назвать это все. Так, здесь взрывчатка нужна, ну замечательно. У меня взрывчатки нет, извиняйте. Так, там... Понятно, что там. Это мне нужно. Но может быть здесь пара грёбаных кожиц найдется, а? А? Слушайте, ну в принципе, я могу добежать до места, где я пытался рубиться с божьими коровками. Правда, сейчас через пауков придется пройти. А, нет, нет, нет. Или да? Вот здесь, кстати говоря, появляется паук. Паук, который мутированный, отравленный грибной козел радиоактивный. Так. Нет, я уже, по-моему, пришел все правильно на место, где я раньше кукол доставал. Или нет? Там вон зуб видно. Нет, это другое место. Здесь, скорее всего, гусеницы тусуются. Но это не точно.
Ну, и хоть какой-то лучик света в этом грёбаном горшке, да, подземелье. Мешочек из... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не, я пошел. Там явно какой-то жил неприятный организм. Ты вот зачем идешь вот прямо на меня, а? Прямо ко мне. Ой-ой-ой. От первого лица виднее, конечно. Спасибо. Сделаю я себе дубину из рыжего огненного супермуравья и буду при встрече кидаться в тебя, поняла? Все. Ты свое это самое отпела. Топор. Боже, куколки. Вот реально я не понимаю, на кой хер нужна конкретно кожа куколки в Ятагане. Я, может, что-то не разглядел на рисунке его. Но, по-моему, там ничего такого нет, что выглядит именно как кожа курицы, господи, куколки. Все, совсем с ума сошел я с ними. Где? Укатилась, что ли? Куда? Сбежала от меня. Все забрал. Да, две. Всего пять. Ну, нормалек. Мне должно хватить на Ятаган. Наконец-то. Да, хватает. Все, бежим на базу. Бежим. Срочно, срочно, быстро, быстро. На базу. Здесь, блядь, здесь пауки же живут. Я о них забыл. Надеюсь, они просто спят все-все. Вообще, каждый из пауков. Сейчас... Ой. Ну, он, видимо, за водичкой пошел. Давайте не будем ему мешать, конечно же. А, привет. Ты кто? Ага, смешной рисунок получается с нее. Слушайте, ну нет, ее я тоже убивать не готов. Мне нужен какой-то... Я вот прям люблю, в принципе, во всех играх какой-то эффект, который... Ну, выбираю, ладно, то оружие, которое дает какой-то эффект. К примеру, там, ну, пассивный дебаф какой-то при атаке, допустим, там, отравление, не знаю, еще что-нибудь подобное. Вот, потому что... Я не любитель танковать, там, еще что-то такое делать. Мне вот проще, знаете, так вот подбегать, подсирать немножко и убегать обратно. Вот. Ну, вот что. Такая у меня тактика в играх, как бы, ну, я ничего не могу с этим поделать. Типа вот, чтобы хороший-хороший урон был, но периодически там какой-то, может быть, там, не знаю, 110 тысяч всяких отравлений, может, не самый красивый костюм, но зато дающий какие-то приколы, типа супер отравления, там, супер какое-нибудь кровотечение, не знаю. Я когда в доту играл, я тоже выбирал всегда таких персонажей, чтобы можно было, ну, подойти там, плюнуть или, короче, чтобы лоб в лоб с противником не сильно много встречаться, именно вот в прямом столкновении. Вот такое вот дело. Там светляки летают еще. Так, ну, я думаю, на этой серии мы закончим на Ятагане, вернее, эту серию. Потому что и так уже почти 2 часа. Очень даже неплохо, но все равно не хочется перегорать. Вот, так. А что у нас? Значит, дом на пеньке. Вот мы уже почти добежали до своей канатной дороги.
И мы пойдем домой и сделаем себе самый классный, самый крутой, красивый, шикарный, распрекрасный итаган. И максимально, возможно, его прокачаем с помощью кузницы. Тогда у него и прочность повысится, собственно, и повысится наносимый урон. Эффекты я добавлять к нему не буду, потому что это будет дежурное оружие, как бы основное, преимущественно. И я не хочу, как бы, всякие бафы-дебафы именно самому себе вредить, в том плане, что на какой-то один урон его биндить, потому что, ну, итаган, он такой дорогой стоит. Просто прокачаю его в прочность. В прочность и в урон. Вот. Так, ну вот, мы на месте. Кстати, блин, у меня так темно на базе, мне это не нравится. Вот давайте светильничек себе замутим здесь где-нибудь. Ну, даже на весь хватает сразу. Во, уже как-то покомфортнее, по-моему. Ни хрена не видно, все равно, честное слово. Так, итаган есть. Давайте, ой. Давайте теперь его максимально, возможно, да. Могучая крупинка мне нужна. Могучая крупинка делается из прочного бруска. Вот что у нас там. Вот это все сложить дело. А прочный брусок мне нужен... Вот. Давайте его сделаем из осколка прочного кварцита, соответственно. И прочный щиток также. Вот, кстати говоря, альтернативные рецепты открыли возможность сделать из, так скажем, того, что есть на полу. Прочная крупинка, могучая крупинка, извиняюсь. Да, создать. И определенно создать еще. Так, спать. В следующей серии, наверное, мы будем пробовать все-таки убить еще раз жука. Жука-быка. Говнюка. Так, и превосходный брусок мне еще нужен. Так, превосходный брусок. Там два, по-моему, нужно для него. Да. Один. Хорошо. Так, это мы дело складываем. Вот это складываем. Клей, пожалуй, тоже. Идем улучшать итаган. Могучий камушек дальше идет у нас. Ну, собственно, вот. Урон и прочность. Плюс 45%. И так. И он просто замечательное оружие, этот итаган. Я прям его обожаю. Я его поставлю вместо макуавитля. Макуаитль мы уберем на доску подсчета пока что, потому что он в данный момент мне не особо нужен. Вот. И уберем кожицу куколки, поскольку она мне еще может пригодиться. Давайте поставим большой сундук, например. Дело полезное, очень даже. Как он там выглядит-то, ё-моё. Вот, перед, вот здесь. Так, вот как-нибудь вот сюда. Замечательно. Вот он очень вместительный. Всем рекомендую, всем советую. Так, броню. Превосходный щиток нужен. Давайте посмотрим, что там надо было создать. Ну, одного мало. Поэтому... Тем более я броню еще буду потом делать другую. Так что пусть пока... полежит, так скажем. Собственно, и все на этом. А это была 12-я часть серии прохождения игры Grounded на канале Playday. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Пишите комментарии. Всем пока.